привет! Это очередной влог. Кирилл, скажи всем привет! Всем привет! Я вам что хотела показать? Мы вчера елку наконец-то нарядили. Я, правда, это не снимала, потому что мы это делали в быстром темпе, пока Кирилл купался. Смотрите, какая у нас елочка. Я ее хотела делать в красно-зеленых золотых тонах. Но я увидела вот эти игрушечки. Они, ну сейчас цвет плохо передается, они темно-синие, белые, серебряные и нежно-розовые. Набор такой. Еще у нас тут перышки лежат, ангелочек, антик. Короче, я себе сделала женскую елку. Я решила, что я могу себе в мужском царстве позволить хотя бы женскую елочку. А еще у нас тут фонарики, но их сейчас не видно. Кирюш сидит там под столом. А еще я быстренько сегодня съездила и сделала маникюр. Наконец-то, ура! Такой нейтральный, я просто не знаю, в чем я Новый год буду встречать. Вот, шеллак себе сделала. Шеллак. А сейчас мы быстренько поедем в Ашан. А после этого в Glory Jeans, Кириллу там надо вещи покупать. Немножечко. А потом я приеду, помою окно. И у нас есть еще, нам девчонка, наша подружка, отдала вот такие наклеечки. Сейчас вам покажу. Вот. Видите? На окна. Вот тут еще есть Дед Мороз. Не знаю, будем мы использовать. Но вот эти вот точно будем. Все, будет у нас красивое окно, надо туда только вещи убрать. Сына, пошли. Ой, где он? Куда он уже успел убежать? Господи. Вот он! Кирюха! Привет! Ну что, мы уже из Glory Jeans выехали. Я тут с Серегой, мы накупили Кириллу одежды. Буду сегодня, наверное, отдельное видео снимать про покупки из Glory Jeans. А Кирюха наш маленький уснул. А мы подъехали к Ашану. Так что сейчас мы медленно-медленно все делаем, чтобы он еще немножечко поспал. И идем в Ашан. Тут нереальное, наверное, количество людей, потому что мы очень долго искали парковку. Ну ничего, есть хочется, так что надо. Кажется, до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Серега там ходит. Кстати, я еще тогда думаю, ну ладно, Glory Jeans же реклама идет, вот то, что там скидки и для взрослых. А я там никогда себе одежду не покупала, и я такая думаю, надо, может, платье на Новый год посмотреть. Померила, блин, это просто жесть. Не, они, конечно, стоят там 600-700 тысяч рублей, ну просто это ужас. Либо я такая вся уже неказистая, что мне никакое платье вообще не подходит, либо там такие платья. Если будет возможность, поеду, может быть, в H&M за платьем на Новый год, как в прошлом году. Все, все будем потихонечку в Ашан двигать. Мы с Кириллом приехали в Мегу. Посмотрите, какая красота. Кирилл, поздоровайся. Мы идем за подарками всем, да? У папы у нас сегодня праздник, поэтому мы сегодня с Кирюхой вдвоем тусуемся. Корпоратив на работе. Новогодний. Мы идем. Смотрите, какая красота. Здорово. И я надеюсь, Кирюха, может быть, на площадке полазит. Посмотрите, какая красота в Меге. Кирилл, Кирюха. Вот, довольный такой. Вот такая красота. Вообще. Аж глаза разбегаются. Куда мы с тобой пойдем-то? Фиг знает. Найдем чем заняться, да? Так, ну все, мы вроде все закупили. У нас тут вон там пакетик из Ашана. Кирилл сейчас покушает. Да, покушает сына. Как кушает Кирюха. Вот. И мы поедем. Я еще вон корзинку купила. Это для подарка свекрови. Я сама буду собирать. И платье, кстати, на Новый год себе купила в Glory Jeans все-таки. Здесь огромная Glory Jeans. И поприятнее, чем там, куда мы ездили.
Ну, я взяла такое распашонка, оно не праздничное немножко, но неважно, зато потом его можно будет одеть. Вот, а мы сидим сейчас прямо перед выходом. Вот здесь. Я перед, честно говоря, пытаюсь отдохнуть. Вся спина уже мокрая, вон пришлось волосы собрать. Фу, очень устала. Не всем подарки купила, но большинству. Что-то я слишком сильно брови накрасила. Я видео снимала про беременность. Ну ладно, ничего страшного. Я себя чувствую, как на вокзале с кучей мешков. Хорошо, у меня машина прям тут рядом стоит. Осталось только Кирилла опять одеть, потому что ему сверху надо сейчас штаны, куртку одевать. И доехать до дома. А дотащить уже фиг с ним, если что, Серега дотащит. Завтра или послезавтра, не важно. Деловой. Ну что, мы дома. Кирилл кушает сосиску. Да, вот. Вот так. Вот еще на окне добавились снежинки. Еще на вот это окно надо. Я его не успела помыть. Там тоже будут наклеечки. Пока Кирюха кушает, да? Я могу быстренько показать. Расскажу. Лайфхак. Вот такой пакет. Кстати, я его все-таки дотащила сама. Я что-то подумала, что вдруг он там на холоде испортится. Если вы не знаете, что подарить, или у вас мало средств, а много кому что надо дарить, идете в Ашан и делаете составные подарки. То есть, ну, кроме вот этого. Это старшему брату Кирилленому двоюродному. Если не хватает денег на какой-нибудь один хороший подарок, делайте составной из нескольких частей. Вот, смотрите, как прелесть. Это чай такой, вязаные штучки. В Ашане, например, продаются разные красивые наборы. Такой набор, в принципе, вы можете и сами составить. Главное купить упаковку. И все остальное. Еще платье я вам хотела показать, которое я на Новый год купила. Оно темно-зеленое. Что это там у меня еще? А, в Литуале взяла себе карандаш и сестре там подарок. Одна часть подарка. Платье вот такое темно-зеленое, но тут не видно будет сейчас. Вот с такими рукавами. И просто оно, ну, грубо говоря, как мешок висит. Я взяла самый большой размер, L, там был вот такой. А, в принципе, тут он мне немножечко свободен, зато здесь не обтягивает и нормально выглядит, симпатично. Если сюда какое-нибудь украшение, такое массивное, то, в принципе, будет праздничный вид. Тем более для домашнего Нового года, я считаю, что нормально. И в этом же платье буду, наверное, выписываться. Единственное, я не достала корзину из машины. Тоже, кстати, идея такая. Берете, покупаете корзину, красиво как-нибудь оформляете внутри и делаете, опять же, составной подарок. Там, я не знаю, сладкое, какие-нибудь средства гигиены, какие-нибудь маленькие фигурки, еще что-нибудь. Главное, все, чтобы со вкусом было. Буду это убирать потихонечку. Ну, поплыл. Как ты говорил, мама? Скажи, мама. Ходил по ванной и говорил, мама, мама. На меня смотрел. Я тут приехала смотреть, выбирать себе наконец-то штаны для беременных. Вот, с такой штукой. Ну и платье так по мере, на всякий случай. Может, подойдет. Смотрите, всего 1000 рублей очень дорого. И это тоже 1000 рублей всего лишь. Вот это тоже прикольно, мне нравится цвет. Сейчас посмотрим. Главное, конечно, штаны. Очень удобно, кстати, вообще прям. И еще с запасом это 42-й. Он мне немножечко великоват. Прикольно. Наверное, возьму их. Очень удобные.
всем привет. Мы подходим к детскому саду. На плавание приехали. Сегодня своим ходом идем. Сейчас вам пока покажу. Вот такой вот у нас здесь коридор. Помедленнее покажу. Две раздевалки. Женская и мужская. Мы сегодня с Кириллом, походу, одни мальчики. Все очень все цивильно сделано. Там вход в бассейн, там женская раздевалка, вот здесь мужская. Пойдем, сынок. Кирилл! Кирюха! Кирилл! Пойдем в раздевалку. Вот, раздевалка, тут фен, Кирилльные любимые стулья, два. А, нет, меня одни мальчики уже переоделись. Пойдем, сынок. Ура! Все, будем переодеваться. Все, мы переоделись, да? Да, все, переоделись, идем купаться. Уже не будем снимать, да? Идем купаться. Занимались, теперь идем домой. Выходим, Кирилл. Все. Домой. Сидит вон ворон. А здесь вон какие. Бассейн ходил, да? Все, мы дома. Кирилл уже покушал, лег спать. Я сейчас буду подарки запаковывать. По возможности. Вот. Потом покажу вам, что получилось. Слава богу, подарки готовы. Осталось пару вот таких вот пакетов купить. Я, видите, запаковала, но надо в красивые пакеты положить. И все. Ура-ура. И тут еще вот эти вот тоже в пакеты в красивые разложить. Фу, все, можно отдыхать.